Как было, мусор везде рядом валяется, все в мусоре. Бросили, недостроено. Не знаю, когда это что кончится. Беспокоитесь по этому поводу? Ну, конечно, неприятно. Дети бегают и во дворе, и у нас, вот я живу по Борисенко, и там вот, ну, прям детская площадка, бригантина, и это мусорка. Ну, это же и тараканы, и... Антисанитария. Конечно, собаки и кошки бегают, брошенные птички. Ну, это ладно. Ну, а тараканы и крысы, это же все в дом. Ну, вроде ведь и начали делать. Ну, вот и почему-то вот так вот оставили все. А мусор как был, так, а у нас там вообще страшно подойти. Да эта территория меня всегда обижает, и лею я за нее, потому что я каждый раз ношу сюда мусор, и другой раз придешь, вот, знаете, нормально, а другой раз вот стромота. А утром эти бичи лазают, все вытаскивают, и вы представляете, это целое это сам. Жалко, конечно, очень. Я не знаю, как будет на новой территории. Но сейчас, видите, нас вызывали в исполком, что сейчас в каждом доме будут ставить контейнеры. И мы переживаем. У нас, мы в Агате живем, у нас там крысы бегать начали. Так вот боимся, что потом караул будет. Вот такие дела. А какая-то информация у вас есть о том, когда заработает новая площадка? Ой, сказали еще в следующем году.